Всем привет! Ну чё, блин, снова этот насос барахлит у нас, не знаю, поменяли реле, и вроде первые несколько дней было все нормально, сейчас опять я сегодня голову намочила. Думаю, дай-ка я сейчас намылюсь, помоюсь, туда-сюда. Потом смотрю, струйка уменьшается, думаю, не, стоп, сейчас мы посмотрим, будет ли качать насос. В общем, струйка полностью ушла из крана, и все, и тишина. Блин, короче, я за папой. Хорошо, что я не успела намылиться. Папа пришел, перевоткнул розетку, переключил кран, и только после этого вода пошла. Начала накачиваться. Ну, в общем, я не знаю. Наверное, надо вызывать товарищей этих, которые нам рыли колодец, чтобы они посмотрели, что там и как. Может быть, если нужно заменить насос. Хотя они нам говорили еще в прошлом году, что нужно заменить насос. Мы меняли помпу в прошлом году, которая выпускала всю накачанную воду обратно в колодец. Не работала так, как надо. Вот. Они тогда сказали, что типа думайте над тем, чтобы менять насос. Может, это, конечно, он. Ну, заменим, значит. Потому что сейчас, конечно, не время, чтобы остаться без воды на даче. Вот так. Приключения, блин, не заканчиваются. Ты чего? Чего, Женя? Ты чего сегодня такая ласковая, довольная, да, внимательная, активная? А всего ты? Лишь вчера только помыли. Помыли! Скажи, а то я слиплась. Помыться пойдем? А может, она и просилась помыться. Кто знает? Не знаю. Но у нее такие глаза, сейчас папа ей предложил, что-то она не особо. Пойдем мыться, пойдем. Не надо! Хватит! Меня мама вчера помыла. Мама тебя помыла? Помыла мама. И подстригла. Не надо мне, хватит, отпусти меня. Уйди. Я все вижу, поэтому я смущенная. Я хотела показать папины помидоры. Смотрите, какая у нас рассада крутая. Вау, просто супер. Скоро помидоры есть будем. Да, конечно. По вторникам? По пятницам. По пятницам? Понятно. Сегодня вторник. Маша сегодня сделала все уроки и теперь в награду смотрит у нас вторую часть мультика «Тролли. Мировой тур». Такой он красочный мультик этот. Супер. В наушниках сидит. Сидит, лежит. Решила все-таки пересадить? Ну да. Правильно. Чего они мучаются? Да, а так они хотела. Хоть на подоконнике мучиться будут. Ну да. Да я не хотела сейчас пересаживать, я думала потом их. Да я что-то пошла, дай, думаю, принесу. Земельки, горшки нашла хорошие. Да, только тут этого керамзита нет, без них обойдутся, короче. Ну, знаешь, не до жира. В военных условиях, да. Да, не до жира. Не до жира, вот именно. А, они тут уже и сами разделились на две части. А я же не видела, когда они у тебя тут, блин, тут рухнули. Вот, только будет один, нет, вот это нас сюда. А они уже с это... Вот так разделились, короче. Ну, пускай будет один побольше кустик, второй поменьше. Это совсем какой-то жизненький. Вот, сейчас я его вытащу потихонечку. Давай, а этот густенький такой. Да, во, нормально, вытащу. Корни-то какие, смотри. Ну, так, что он? Не кухры-мухры. Он у меня взрослен-то дома в жестких условиях. О нем там особо не заботились. Это же у меня дома, сама понимаешь. У меня растения только так мрут. Да ладно, тебе мрут. Да. Я профессиональный убийца домашних растений. Слышь, Борь. Киллер. Киллер, да. Я киллер. Я профессиональный киллер. Я потом этой ложкой суп буду кушать, пожалуй. Хорошо, главное не мыть ее. С витаминами? Так, бабушка с Машей там щекотятся, я смотрю. Да они как всегда, господи. Ну. Их вместе прям вот их надо на щекотухе пробирает. Да, их надо разводить по разным этим углам, чтобы они поели спокойно. О, вот. Женю приобщили. Так, я немножечко их это придавила. Ну, правильно сделала. Чуть-чуть, чтобы он уже не мое. Куда будем считать, у тебя 170? Мы снова играем. Теперь я. У меня 170. Раз. Смотри, сейчас в 200 пойду. Да, они там опять в дартс играют. Отпускай, да. Смотри, там
Все, кажется, один готов. Я так думаю, по крайней мере. Один готов. Я так бы дома бы его пересадила. Ну как дома, так и тут сажать. Так, а этот-то я куда буду откидывать? Никуда, видимо. На бок. А, и они тут маленькие, в общем. Во, вот сюда, честно. Раскопаю им тут вороночку. Главное придумать место, где еще окно их поставить. Предлагаю в ванной комнате. А что? На крыльце холодно пока, да? На крыльце пока холодно. А там, честно говоря, будет очень хорошо им. Мне кажется, мы там про них забудем. Сейчас пузом прижму. Кто идет в туалет, тот и поливает. А, по-моему, логично, как тебе кажется? Так, я фиг знает, что я делаю. Короче, закапываю. Извини меня, чувак, если что. Я не профессионал, так что... Профессионал сейчас снимает тебя, поэтому... Да ладно тебе, профессионал? Да. Вот так вот я ему... Вон, у профессионала, смотри, что случилось тоже. Профессионал отсутствовал. Пришлось из земли вытащить, ну, куда я пересадила. Угу. Видишь, она вся всё, как-то подвяла. А? О, красота! Молодец! Это вот этот вот, что съели, да? Не съели, а прокинули. Ну да. Сейчас там он еще усы пустил, будут еще два кустика. А может и три, не знаю, посмотрим. Сколько? Ну, баночку тут надо будет. Кстати, вот в эту баночку надо будет сейчас обрезать и посадить. А зачем они так красиво висят? Они скоро будут некрасиво висеть, они скоро такие отвалятся. А вот когда отвалятся, такие, может, да? Тогда и, а то так красиво. Ну, мне прям очень отвалят. Нравится. Смотрите, какая красота. Не знаю, что она хочет отрезать. Да, смотрите, закрой. Какая. Прям вот такие прям приятные, такие красивые, висят пушистые. И смотрится хорошо. Так, все типа? А, я знаешь, что забыла? Я забыла добавить воды в лунку. Это же я. Сейчас мы его, ладно, мы его сейчас над лункой польем. По кругу. Ну, я же сказала, извини. Но он тебя извинил. Главное, в землю. Главное, воды ему сейчас побольше. А то я заметила, их так пересадишь, чтобы они потом без воды, если остаются, им очень не хорошо. А земля-то какая хорошая. Да. Садовая. С парника? Да, с парника. Слышь, как тебе хорошо здесь будет. Давай, расти. Поднимай, расти. Это сколько их уже? Три, да? И четвертый у тебя дома. Если не завянет за время самоизоляции. Ну да, это дети вот того большого. Что у них тут происходит? Что потерял-то? Мячик. Мячик, где? Я его вижу. Да где? Вижу, он не глубоко залез. Живёт в поддоне есть. Куда теперь тебе? Найти место. Я думаю, что в ванную комнату. Там подоконника нет как такового. Ну, туда поставь один, на окно. У папы никого нет. Я думаю, что можно к папе. У папы там инструментами занято. Вся комната и окно. И все, видимо. Можем придавить этот вторым горшком. Да. Надо было в эти горшки картошку сажать. Вот так, роутер можно придавить, чтобы не поворачиваться. Все, супер. Ты поливать. И, а, окучивать потом, как в горшке. Все. Мы молодцы. Кто молодец? Мы молодцы. Ой, такой запах. У нас уже... Так, это уже третий, по-моему, батон стоит у нас. Да, я его открыла. Я знаю, так не надо делать. Но хочется очень посмотреть, как он расстаивается. Она его сейчас растаивает. Давайте. Все равно не попадешь, так что закрываю его. Попадешь? Не-не-не, нет. Вот так. Рука. Понятно? 120. Но все равно. Рука. Но я однажды мальчику вот в плечо вот так попала. Мы сегодня все дома. Сегодня такая погода. Ужас. Сегодня льет весь день. Моросит что-то. Фу, даже выходить туда не хочется. Женя особо туда, кстати, и не выходит. Жень так, вышла, дела свои сделала и бегом назад. Она не любит такое. У Маши случился какой-то затык сейчас. Вчера задачка была, в которой она ошиблась. Нам просто учитель прислал, что ошибка, типа, повторите. Вот, задачка вида. Назовите число, которому не хватает двух единиц до четырех десятков.
у Маши прям почему-то вдолбилось в голову 42. И все, и не туда, и не сюда. А ты, а почему? Ты можешь объяснить или нет? Нет. Мне просто так казалось. Погоди, чего объяснить? Почему меня затыкали, почему 42? Почему ты 42 говорила, да? 42 почему? Никак. Потому что в тексте названы 4 десятка и 2 единицы. 42, потому что 42. Короче, мы сейчас очень долго мучились. В конце концов, намучили, что все-таки правильный ответ 38. Причем у нее всегда все правильно, с десятками и единицами. А тут вот что-то вот раз, и все. И никак. И не туда, и не сюда. И не через как. Да, вот что-то вот, не знаю, формулировка задачи, может быть, как-то не понравилась или что. Но вот, да, факт остается фактом. Это, по-моему, задачка из ВПР по второму классу. Вот так. Так что у нас по контрольной из-за нее 4. Одна ошибка уже 4. Ну да. У вас 4 ставят не только за ошибку, но и за ошибку в оформлении, даже если ты все правильно решила. Так что у вас очень строго все. Так что не бузи. Бузю. Но здесь явная ошибка. Согласна? Согласна? Маш? Да. Да? А-а-а. Я вам не говорила, но... Короче... у Маши сейчас будут дистанционные еще занятия гимнастикой. У нас тренер с нами связалась со всеми и сказали, что... давайте, кто хочет, кто может, будем заниматься через Zoom. Вот, я себе слово представляю, как это. Я еще могла себе представить упражнения на растяжку, но у них будут также упражнения с предметом. Вот, вроде как все вместе отказались от обруча, потому что с обручем заниматься, ну, элементарно негде, ни у кого. Вот, но все равно в любом случае будут заниматься с скакалкой и с мячом. Тоже я себе слабо представляю, что такое. Ничего, в камеру я заглядываю. Вот, то, что мяч надо подкидывать, скакалку нужно подкидывать. Я не представляю вообще, слушайте, абсурд на абсурде какой-то происходит. Вот. Не, ну, я рада, по крайней мере, что они будут продолжать занятия, я рада, что они будут тянуться, но как это будет происходить, я теряюсь в догадках просто. На улице сейчас такая классная погода. Кажется, что прям так тепло, так хорошо. Там, блин, периодически снег идет. Я хочу кофе. А ты что, тоже кофе, да? Я не с кафе. А что? Я из чайника. А что ты? Не кофемашину? Ну, я меняю. А. Ты попеременно? Да. Да я что-то давно не пила. Дня, наверное, 3 уже. 4, может быть. Пора попить. Ну вот, о чем, да. О чем мы говорили, что снег сегодня идет. Вроде такая погода хорошая, солнышко, все такое. А снег. О, сильнее, сильнее, ты глянь. Обалдеть. Снег идет, а снег идет. Дайте посмотреть. Да иди, иди посмотри. Снега не видела. Нет, не видела никогда. Там такая тучища. За 400 лет. Снег идет, а? Я вижу, да, там такая тучень. Да, прям метет, метет. Прям метель. Апрель, какая туча, какой снег. Ну вот такой вот апрель. А ветер-то какой? Я смотрю на лес. Да, шатает да, только так, только в путь. Фу-фу-фу, апрель, фу таким быть. Грибной снег прошел. Солнышко, снежок, ветер. Грибной снежок. Есть грибной дождь, а есть грибной снег. А Димка там играет наверху. А я больше не могу. Не хочу. Надоело. Прям все. Нужно в этот кружок попасть. У вас соревнования? Да. И кто лидирует? У меня перекид. Что это у тебя перекид-то? 130 у тебя. 130, да. Я так глядела. А это как считается? 0 баллов! 10. Папа?
Ну, почти 200. 180. У тебя, да. Так, как ты кидал? Руками. 10. 200 не попадало. 170, обалдеть, ну ты даёшь. У меня один раз набилось 200. Сейчас, скажи, я вам дам набить по полной программе. Сейчас будет меч. О, 90. Вы уверены? Да-да-да, уверены, уверены. Ну ладно. Не, ну прилипло сюда, по большей части сюда. Нет, по большей части на 90 прилипло, Маш. Нет. А потом ты подровняла, Машу. Нет, тогда перекидываю, тогда посередине. Ой, жухала, ой, жухала. Сами вы все жухалы. Женя не поймет, в чем дело, почему кидают мячик, но он никуда не падает. Кстати, знаешь, что я достала, кроме попрыгунчика? Маленькую сосочку. Господи, что ж так кричать-то, Маша? Он на нее сейчас к бороде прилипнет, она его выплюнуть не сможет. Знаете, лучше в это не будем играть. Бесит, да, Жень, бесит. Бесит! Ужасно. Бесит этот липкий шарик. К бороде прилип. Не выплюнуть. Женя, второй точно такой же. Все, все, все. Жень. Залипла. Залипла, конечно. 200. 200. Первый раз. Ничего себе. У меня тоже было в первый раз, так что... Давай, молодец. Чмяк. 200. 200. Звучит почти как 200. 200. Да. 10. 10. 200. 10. Жухала. Так, спере... 180. Теперь я. 180. 180. А, да. Женя! Женя, уйди! Женя, пожалуйста! 180. Ну все по 180 что-то. Все, запыхалась уже. 10. Что происходит? Почему без меня? Что происходит? Почему без меня? Почему без меня? Что происходит? 140! Апчхи! 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 Там лягушка! Там лягушка! Чхи! Чхи! Апчхи! Аллергия! Что, что, где, куда? Что, что, где, куда? Что, куда, что, где, куда? О, дрессировка! Сейчас она тебе по руке оттяпает, дрессировка. Полопать. Две оттяпает, оттяпает. Дождь. Маша, ты все поняла, я смотрю, там так улыбаешься. Да. Так, все, тогда хорошо, завершаем конференцию. Ну, прошла у них конференция по поводу гимнастики. Ой, что-то так темно. Вот я там включала освещение. Че, Маракеш? О, господи, мимо одной лестницы промахнулась. Ты Маракеш, что, будем играть? Да, будем в Маракеш играть. Без меня. Сейчас бабушка уже спать ляжет. А, бабушка спать ложится. Да. Все, поговорили с тренером. Угу. Собрались все. Завтра у нас будет занятие без предмета. Угу. Потому что, говорит, не у всех еще есть предмет. Многие оставили их. И куда их бросать, эти предметы? Вот. Завтра без предмета, во вторник скакалка, и в четверг мяч. К четвергу надо мяч. Вон у нас мячей полно. Организовать. Не, специальные, надуты хорошо. Так, Маша, не капризничай. Мы в боевых условиях находимся. Дедушка тебе надует хорошо. Вайлдберрис. Не, вот этот большой, на котором силы скачки. Так, я, да? Я вот как-то лучше вот сюда вот, наверное. То что-то я... Два. Раз, ой, два. Да, как-то я так перешагиваю. Ну, только так. Маш. Мышонок. Жалко, я вот так не могу. Да? Никак. Вперед. Вперед навстречу приключениям. 3-4, 3-4, 3-4. Только это, пожалуйста, и больше ничего.
Ну, что тут платить-то? Да, теперь я попала. Чего, Дим, помочь? Да нет, почему-то вот в этой штуке было много воды, и она вон туда пролилась. А это с капсулами вместе. Готово. Бегите все на меня с баблишками. Oh, hey, you, what you gonna do? Feeling in a weekend kind of mood. Don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good. Looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight, I want you to be mine. We're going for